Доброе утро! Традиционно каждое лето мы возвращаемся к одежде белого цвета. Она непременно спасает нас от зноя и защищает от солнечного удара. О модной белой одежде сегодня и поговорим. Белый – один из фаворитов этого сезона, а еще он имеет огромное разнообразие оттенков. Этим летом дизайнеры предлагают нам белоснежные образы, костюмы цвета топленого молока, наряды жемчужного цвета и цвета льда. А самое большое умение – сочетать в одном костюме несколько оттенков белого. Сегодня актуальны костюмы в классическом стиле и в стиле casual. Пальто, как носила легендарная Катрин Дынёв, минималистичные комплекты, наряды в эстетике хиппи, сеты в бельевом стиле, комплекты с элементами течвера, а еще платья в стилистике макси-минимализм. Белые платья заслуживают особого разговора. Среди них я бы отметил длинные вечерние, платья с драпировками в стиле антик, маленькие белые в стилистике 60-х годов прошлого века, узкие платья с завязывающимися бантом рукавами, популярные нынче платья-комбинации, платья в стиле минимализм и, наконец, платья в стиле актуального искусства. Недавно я в одном из своих сюжетов упоминал о том, что комбинезон – must-have этого лета, а если он еще и цвета снега, то вы на модном Олимпе. Сегодня носят свободные комбинезоны с зауженными к низу брюками. Комбинезоны полуприлегающие, с расклешенными брюками и совсем узкие комбинезоны, словно вторая кожа. Свои белые коллекции дизайнеры создают из тонкой костюмной ткани, плотной кожи, полупрозрачной органзы, из расшитого пайетками твида, отбеленного денима и шелка с атласной поверхностью, вискозного крепа, тонкого трикотажа и из ажурного кружевного полотна. Стилисты рекомендуют носить белые брюки с блузками, сшитыми по законам фрачных сорочек, маленькими кроп-топами, обычными тишотами, с тугими корсетами, с очень объемными жакетами, с полупрозрачными майками, а также внедрять такие брюки в многослойные комплекты, которые так уместны в нашем петербургском климате. Мужчинам предлагают в летний гардероб белые хлопковые комплекты для морского отдыха, классические бомберы с очень широкими брюками, которые когда-то называли трубами, классические брючные костюмы, а для самых смелых модников – костюмы оверсайз с укороченными брюками. Вопреки бытующему мнению, что белая одежда очень марка и за ней трудно ухаживать, могу вас заверить, что это не совсем так. Современные технологии изготовления тканей защищают изделия от лишних загрязнений. Просто нужно завести для себя несколько правил. Не носить белую одежду более одного дня, по возможности сразу ее стирать и добавить в свой гардероб несколько белых комплектов, чтобы не лишать себя возможности наслаждаться этим трендом в полном объеме. Помните, что модным быть не так уж и сложно. Главное делать это с удовольствием. Успехов вам!